Всем привет, друзья! Начинаем новый влог, и это, скорее всего, финальный влог с Серегой, потому что это уже конец второй недели, пятница, и на третью неделю, как он и говорил, он уезжает уже в Швецию там по работе и будет тренироваться там. Поэтому в итоге он пришлет свои результаты по подтягиваниям мне, а я вставлю их в это видео, то есть вы увидите их в конце, в этом ролике. На улице сегодня дерьмовая погода, моросит там мерзко, Серега позвал в другой зал, не в тот, в который я сейчас хожу, а еще в другой. Сейчас я вам покажу и этот зальчик. Так, друзья, пришли с Серегой в новый зальчик. Тут турнички хорошие. Это первый зал, кстати, Серега, где такие нормальные турники есть. Тут все по-новому, я раньше тут был. С этого зала сказали, значит, их отметить в описании, но они не знают, что реклама стоит как годовой абонемент, ёма. Поэтому мы просто скажем, что это MyFitness-зал. Упомянем, так сказать. Но зальчик прикольный, это, наверное, самый лучший, да, в Нарве, скорее? В Нарве, да, самый лучший. В Нарве самый лучший. Для тех, кто был с нами и досмотрел это до конца, будет такой бонус – увидит снег. Настоящий снег. Заранее. Да, вот представьте, там, где мы снимаем, у нас плюс 10, плюс 12, а там, где я буду снимать зачетный ролик через неделю, там уже снега по пояс. Ну вот, это Швеция, да? Да, это Лапландия. Лапландия. Ой, это там, где этот Дед Мороз живет, ё-моё. Санта-Клаус. Санта-Клаус, он в Раваниеме, Финляндии. Это тоже Лапландия. А, нифига. А я в шведской Лапландии. Прикольно, да. Санта-Клаус есть. Так, значит, проверим сейчас, как Серега сделает. Мы возьмем не 4 килограмма, а 5 килограмм веса дополнительного. И тогда он делал с 4 килограммами 13 повторений, подтягиваний. Сейчас посмотрим, сколько он сделает с 5 килограммами. Если больше 13 повторений, то прогресс, очевидно, есть. Короче, смотри, тебе самое важное, это, во-первых, не висеть, когда ты только за турник взялся, тебе не надо висеть. Во-вторых, тебе нужно максимально быстро делать. Ты не опускаешься, да, медленно на гипертрофию. Вот как это выглядит. Соблюдаю технику. То есть ты практически падаешь, да, не опускаешься медленно, а вот прям, ну... Опускаешь. А мне, только... руки, а мне только... руки не оторвет с моим весом, когда я упаду. Только в нижней точке ты немножко замедляешься, чтобы у тебя суставы не вырывались. Вот. И не виси поначалу, потому что когда висишь, предплечья забиваются, особенно с весом. Поехали. Больше 13 повторений. Раз, два, три, четыре. Хорош. Пять. Только ниже, ниже. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, 13, давай 15, 16, 14, 15, давай больше 18, 16, 17, 18, это твой рекорд с твоим весом, давай больше, 19, ты побил твой рекорд, давай, 20, приколи, ты сделал больше, чем со своим весом. На один раз? На два. У тебя 18 было, а сейчас 20 сделал. Ну, еще 20. Да. С пятишкой. Ты приколи, как спрогрессировал, уже с весом больше, чем со своим весом делаешь. Значит, в твоей программе что-то да есть. Значит, она эффективная. Я уверен, он сделает со своим весом даже сейчас раза 24. Даже больше, скорее всего, 25 где-то. Братан, я уверен, ты под 30 сделаешь в конце недели, последний. Ладно, посмотрим. Так что все, будем ждать результаты 30 раз. Во всех программах, которые на сайте есть, я уверен на 100%, поэтому вам решать. Так, сейчас он попробует сделать 7,5 килограмм. Если ты во втором подходе сделаешь больше 13 повторений этот вес, то это будет просто пушка. Думаю, смог. 11. 12. Хорош. 13. Попробуй еще разок. 14. 7,5. Блин. Дай 5. И сейчас я рад за тебя. Thank you.
крылья, чтобы лизали. Короче, вот этой левой рукой, которой ты берешься за руку, ты как бы создаешь сопротивление. То есть тем самым ты сильнее, короче, напрягаешь трицепс. Руку, во-во-во, да, и немножко скрути. Почти. То есть тебе нужно прям вот вниз руку вытянуть, чтобы трицуха, да. Вот, да-да-да. Следующий. Да, да. Так, когда выберешь косых, то не идет. Ну да. Давай. Мне менее это все красиво. А вы у тебя он был всегда такой? Да, да, да. Вот, да, это было еще и в подростковом возрасте. Видите, как от генетики присака все зависит. Но в бодибилдинге это вообще, чем у тебя четче все, чем эстетичнее, тем больше шансов победить на сцене. Да, вот. А если как у нас, такое себе не очень, тогда вряд ли. Особенно с моими плечами. А, кстати, плечи еще вот такая. Типа раскрыляешь. Типа широчайше получается раскрыляешь. За счет этого у тебя больше вверх становится. Вот, ну и в принципе вот такие вот дела. Серег, я предлагаю сделать зарубу по жиму в плечах. Например, какой-то вес взять и кто больше поднимет. Я думаю, ты выиграешь, потому что у меня плеч нет. Чисто по приколу. У Сереги плечи-то побольше, чем мои ямы. Да, только после убийственной тренировки в подтягивании это да, от меня ожидать можно малого. Восемнадцать раз. Я столько не сделаю. 18 килограмм на 18 раз ты сделал? Да. Угу. Это было сложно. Ну, если бы не мои подтягивания, я бы тебя переплюнул. Ну да. Так, мы решили 20-ку взять теперь. Двенадцать. Хорош. 12 раз, 11, по-моему, нет? 12. 15. О, на 3 больше. Неужели у меня плечи круче, чем у тебя? Я не верю. Хотя, может быть, и одинаковые, да? Типа два амбала таких стоят. Сзади, ну вот покажем, сбоку. Сбоку, мне кажется, у тебя побольше. Да? Не знаю, но когда ты отжимался на брусьях тогда, в первый раз, у тебя плечи жесткие были. Всем привет! Вот и прошли 3 недели тренинга по программе увеличения количества повторений в подтягивании. Напоминаю, что в начале программы у меня было 18 повторений. Посмотрим, сколько будет сейчас. Итак, 16 октября было начало тренинга, 5 ноября последняя тренировка. И сегодня, 7 ноября, последний зачетный день.
Поехали. Fight for the time capsule, press play, they pause time for a bit. Smitten, I admit it, cause they could get, I'm in love with the fine print. Scribble type of shit they wouldn't find behind it. Why the switches behind the eyelid? Tell a reckless with the clauses. Careful with them cost me. Need a shit forever, but I never ever stop until they put me in the coffin or they off me. Fuck niggas quick to auction, they false print. Always with the shit with a caution. Hold the 10 toes down for the dogs, you can see the paw print. Searching for the answers in the bottom of the last strip of the handle. To the end of the candle, the wishes to myself, give me fears when I'm looking in the mirror. I'm seeing somebody else, yeah. Mi corazón is on my sleeve shoulder. There is a thing in a rose gold and my glove from me. I couldn't pinpoint on the globe, so I wanted to go from it. Just know that I don't fit in, but I wanna feel everything, yeah, everything. Got my eyes low, with the sky foes, where the rhyme floats, I don't really know. Just what we might go with the mind scope. So many things I never learned with my eyes closed. Too busy with the schemes, on the telling of my dreams. On the rail, bitch, I grind like my life's on the line, hella wire. So fall through with the light sticks, we open up when the light flicks. On sight, yellow cash rolls, everything around me. Hunting for the bounty, where that nigga drip on fountain. Ran a tree down by the ounce, liquor skin brown. Sip it down to the earth, spin around. Life is hella short, don't make it count. Tell the label I need 3, 4, 5, better count it back out loud. What we getting in me for the night? I never hit reply, better red, I just wanna feel alive. Life is so much more. 30. Было 18. Конечно, парочку там было не совсем чистых. Как вы увидели, программа работает, результаты есть. Как я и обещал показать снег, я это сделаю завтра. Сейчас уже темно, здесь север, рано темнеет. До завтра. Друзья, хоть тут темно, зато красиво. Серега сейчас мне скинул свои результаты. Блин, это пушка на самом деле. Вы можете сказать, что типа он не до конца там разгибал руки. Да, такое есть. Но в принципе я ему сам сказал, чтобы он резко не дергал, да, внизу, потому что все-таки ему 40 лет, и уже суставы не такие эластичные и так далее, и мышцы не такие эластичные. И если бы он быстро прям вот так дергал бы себе руки, то мог бы травмироваться. Вот, это первое. Второе, так кажется, что руки не до конца разгибаются, это потому что ракурс. Он довольно-таки неплохо делал, то есть подтягивания довольно-таки хорошие. Они, естественно, не идеальные, но для 40 лет 30 раз это просто пушка. Одним словом, он увеличил подтягивания на 12 раз. Всего лишь за 3 недели. Сегодня 8 ноября, я нахожусь на севере, за полярным кругом, где-то в Скандинавии. Ну, как видно, снега уже нету, хотя 2 недели назад его здесь было по колено, но до сюда тоже дошел теплый циклон, была плюсовая температура, все растаяло. Но пообещал, слово держи. Вот он снег, оставшийся. Когда его здесь было много, его собирали трактора, собирали в такие кучи, они были очень большие, и, соответственно, хоть все и растаяло, но это осталось. Его даже не взять, это уже просто... Это уже просто лед. Вот там находится горнолыжный курорт. Там снега должно быть больше. Едем туда. Мы находимся внизу горнолыжных спусков. Я думал, что здесь будет больше снега. Но снег только... У нас что сейчас? 8 ноября. Последний раз горнолыжный сезон открывался 1 ноября. Еще лет 10-15 назад, в середине октября, климат меняется. Это также затронуло и север. Зима наступает гораздо позже, чем было раньше. Я нахожусь сейчас на верхней точке горы. Конечно, очень ветрено. Гора находится на отметке 850 метров над городом. А сам город 365 метров над уровнем моря. Такой вид на город открывается. Когда, конечно, очень темно, город в иллюминации, очень красиво. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, инстаграмчик, короче, все чики-пуки. И лайк обязательно поставьте, потому что мы что? Мы ставим на блогах лайки. Пока!